Воодушевляет солдат и учит преодолевать трудности. Знамя Победы в четверг получили юнармейцы, кадеты и ученики 6 школ. Что значит акция «Часовой у Знамени Победы» для подрастающего поколения, выяснила Анна Центовская. София Тихоненко учится в детской полицейской академии. Она сержант, взводный командир 3-го курса, а также учит новобранцев рукопашному бою. Такое дело, казалось бы, не для хрупкой миниатюрной девушки, но в ее мечте страху места нет. Хочу связать с этим мою жизнь, будущее, пойти на военное, естественно, высшее образование и дальше служить родине. Я люблю свою страну на самом деле, и мне это интересно. Желание защитить свою родину и любовь к ней движут многими юноармейцами. Приумножать память героев и беречь знамя – напутственные слова от ветеранов органов внутренних дел. И эти слова были услышаны каждым. Знамя Победы для меня значит память о прошлом. Хочется его передавать в будущее поколение дальше и дальше, и чтобы наши будущие люди не забывали о прошлом, о том, как люди сражались для нашей жизни. Акция только началась. Теперь до 9 мая школьники Чувашии будут нести почетный караул возле этих знамен, в очередной раз доказывая, что подрастающее поколение – достойные граждане России. Анна Центовская, Ирина Лампасова, Георгий Кривошеин, Республика.